We are very happy to be back. All the players, all the coaches, we were excited to be again in Zebre Arena playing one official game. Thank you to all the fans that today they were with us. The game was okay for us. We played 40 minutes, good defense. We follow our tactics. All the players, they put a great effort to be back. That is something that is not easy at all. Of course, we did some mistakes, especially in offense, in turnovers. But I think it's normal after this period that we were without games. We are extremely happy to be back. Последняя официальная игра была 8 месяцев назад, 3 марта мы посмотрели. Я рад, что парни помогли мне, и тренера, влиться, и поиграть и сегодня, и побольше. Я думаю, все меня знают, я за очками-то не очень гонюсь. Если есть возможность, я брошу. Если нет, то сыграю на парней. Очки, думаю, еще и придут. Понятно, что первая игра. Просто был рад находиться на площадке с парнями уже. Чем-то и помочь вместе с ними быть. Уже был рад. Без игрового ритма очень трудно находиться. Сегодня на первое место, наверное, выходила самоотдача. Потому что талант есть и у другой команды большой. На самом деле за два на тренировке мы с ним играли в одной пятерке, и два раза у нас не получилось, и были очень рады, что прошло на игре. Еще много работать, еще много тренироваться, почувствовать ритм. Болельщикам спасибо большое. Надеюсь, что все рады, что дождались и меня. Всем большое спасибо, что и приходят. Всем большой привет.